Всем здравствуйте! Купили измельчитель веток. И сегодня будем тестировать. Сейчас мы его распакуем, установим, нарежем ветки. И я покажу, как он будет измельчать. Вот собрали агрегат, немножко уже попробовали ветки помельчить. Ну, сейчас мы вам покажем. Вот так вот он выглядит в сборке. Сейчас вам покажу, что получилось. Ветки были не тоненькие, довольно-таки толстые. Это ветки туи. Ну, что хочу сказать. Рубит какими-то поленьями. Не в восторге. Думала, будет как стружка. Но вот такими кусками какими-то большими. Честно говоря, я не в восторге от такого измельчителя. Пока перерабатываем ветки, я поняла одну, что измельчитель очень нужная вещь в хозяйстве. Так как сейчас жечь нельзя, штрафы, то вот так вот измельчаешь, а эти ветки можно использовать как мульчу. В принципе, не совсем плохой агрегат, как сначала мне показалось. Было очень много веток. Мы спилили целую тую, которая большая была, до высоты, до крыши. И вот что от нее осталось. Практически ничего. А вышло мусора, не мусора, а опилок из этих веток. Всего 3 ящика. Вот сейчас вот 4-й ящик набираю.